Всем привет, дорогие мои друзья, с вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал домашней мини-фермы «Кобыляцкая перепилочка». В этом видео давайте попробуем сделать авоскоп для перепилов. Поехали! Для этого нам понадобится вот такой сломанный блок питания. Здесь провода внутри припаяны напрямую, поэтому на выходе у нас 220 вольт. Далее вот такая черная коробочка. Она будет служить корпусом для нашего авоскопа. Далее радиатор, клей-момент. Также нам еще пригодится вот такая черная прокладка, кнопка, светодиод, точнее LED-лампочка, а также небольшой кусочек термопрокладки вот такой. Давайте приступим. Первым делом размечаем место, куда будут устанавливаться наши яйца. И сразу же делаем здесь отверстие. Сделал вот паяльником только что вот такие два отверстия. И теперь давайте вставим сюда кнопку, а также приклеим наши резиночки. Установил кнопку и посадил на клей наши две прокладки. Теперь, пока это будет сохнуть, сделаем пайку. Для начала нам необходимо приклеить нашу лампочку к радиатору. Отрезаем 1 сантиметр нашей термопрокладки и наклеиваем ее аккуратно на нашу поверхность. Снизу аккуратно снимаем пленочку и накладываем это все дело аккуратно на радиатор. Немножко прижимаем по бокам, и у нас все готово. Далее на радиатор снизу наклеиваем двусторонний скотч. Вот так ровненько. Снимаем защиту и приклеиваем наш радиатор к нижней крышке. Вот так прижимаем его сильно, и он уже у нас никуда не денется. Все. И как вы видите, так просто и быстро у нас получился вот такой овоскоп для перепелиных яиц за 5 минут. Если сверху поставить яйцо, оно будет выглядеть примерно вот так. Проверять яйца на овоскоп необходимо в темной комнате. Теперь давайте мы это все проверим. Вот у нас есть розетка, вставляем и нажимаем кнопочку. Как вы видите, все работает. Свет очень яркий, поэтому очень хорошо просвечивает перепелиные яйца. Давайте выключим свет и посмотрим, как это будет выглядеть на темную. Так, выключили свет и включаем. Вот так. Долго держать эту лампочку включенной не советую, потому что она сильно очень нагревается и может выйти со строя. Данный авоскоп мне не нужен, поэтому я его выложу на продажу за 200 гривен, а ссылочку на него я оставлю внизу в описании под этим видео. Поэтому переходите, смотрите. Если кто-то захочет купить, то пожалуйста звоните, отправим сразу. Ну а если данный товар будет уже продан, то вы также в описании под этим видео найдете информацию, что данный товар уже продан. Давайте теперь просветим яйцо на 10-м дне инкубации. Вот как вы видите, оно очень темное. Значит, здесь кто-то есть. Вот так данное яйцо выглядит снизу. Как мы видим, очень хорошо и четко видно воздушную подушку. А также, если хорошо присмотреться, мы также можем увидеть эмбрион. На камеру это не очень хорошо видно, ну а в реальности данный овоскоп себя оправдывает. Ну и если у вас возникло желание самостоятельно сделать вот такую штучку и повторить мой опыт, то все ссылочки на данные товары будут также внизу в описании. Поэтому переходите, у кого что нет, покупайте через AliExpress. Также вот эти кнопки есть в нашем интернет-магазине. У нас вот остались вот такие разных цветов. Ну а сюда я решил поставить черную кнопку, чтобы у нас все было черное, как у настоящих мужчин. Ну а на этом все, ребята. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я с вами был Алексей Василенко. Пока.